Ребята наносят декоративную штукатурку. Натянули полог внутри полога, чтобы вода не попадала. Видите? И сейчас красят этот фасад. Сейчас вниз к нему схожу. Здесь вот видите. Откосы. Кирпич облицовочный закрыт. Спрятан. Чтобы ничего не перепачкать. Коньячковая декоративка СТ-174. База. Без колеровки. Без выбеливания. Но белая, поэтому вполне достаточно. Тут в базе такие вот декоры. Видите, все сетками работано. Обязательное условие. Тоже. Все ли сеткой. Ладно, пойду.